реальности тут неприменимы. В этом мире я главный. Как хилить? Реанимации на тройку набиваем комбо-стаки, на четверку заряжаемся. Как дамажить? 1, 1, 1, 2. Все. 3 комбо-поинта набирайте. Тогда вы сможете успеть прожать щит. И если что, обновить стаки можно 1-1-2. Но потом опять 1-1-1-2. То есть желательно всегда 3 комбо-поинта. Но после щита можно и 2 сделать и быстро обновить стаки. Все. Это вся тактика. Получается на себя настакать 3 раза и потом разрядиться. Ты... Что, нет, тройку ты стакаешь по рейду на любого дракона реанимации. Не-не-не, это я по поводу пристрелиться, это я понимаю. Да-да-да. У кого-то прокнул. Кто-то щит прожал, походу. Кто там сильно не понимает, что какие скиллы делают и все такое, тут времени мало разобраться именно на третьей фазе. Есть делик в Хладре, называется Асы Ввысь. Почитайте, где это найти, и там можно на драконе полетать вдоволь и почитать, что скиллы делают. Еще кто боится проебать стаки, либо кто уже сталкивался с этим, что и защита стаки проебывает, поебать, бейте 5 комбо-поинтов, тогда вы точно никогда стаки не проебете в жизни, нахуй. 5 комбо-поинтов и дебаф висит, нахуй, там можно еще сделать все, что можно, можно еще даже похилить, нахуй. А что мы ждем, ребята, я не могу понять. Батя в гильдию понабирал. Рим прилаша, он жрец, отец. Хуя себе. Парень специфический очень, сразу говорю. Жрец, отец. Вон пан плюсую, давайте шкаф сумму. Не прикинь на РТ. Даже заранее договоренное, потому что у него нет настроения, для него это норм. Блять, Авинар пишет, я хз, рандомно кнопки тыкала. Ну, в чат рейд пишет, блять. Так что же пан плюсовал в рейд? Ну разве не пана ждем? Мы тебя шкаф ждем. Да здесь он уже присумонен. Да он уже. Кстати, Бармалю вас скажешь, когда аж тотем нормально. Сразу говорю, один грипп может не дотянуться, потому что я еще даю оковы ей, еще постараюсь таунт кинуть в сфере. Это ебаной искре, короче. Но косты тогда точно не нам.
Вот, вот теперь он нормально кастит с проклятием Лока. Все можно успеть сбить, блядь, даже на ходу. Искренний бомбик. Затаунтите, кто стоит на полу. Искру съел, как так? Массакру сдали. Да забей. Хороший гриб, кстати. Босса прям. Там бормалевошка. Там бормалевошка. Всем привет. Создание, вторгшееся сюда. Как жаль, что ваш ум не так силен, как ваша храбрость. Мое терпение лопнуло. Разбавишь пальца. Печенька. Thank you.
Фиолетовый. Гляди, 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 бля. Не, ну зря корни дали. Я бы ее положил во вторую искру. Знаю, кто дал корни. Что у вас? Народ, мне уфнуться надо. Сорян, ну, срочно. Волхед. Волхед, хил. Я минут через 30 могу пройти туда. А в чем? Кто тупит? Я не могу понять. Ребята по объявлению или что?